Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Volvo S60. Капот, бампер, крыло, телевизор, фары, все это на замену. Остальное я буду равнять. Ну что, разбираю. Итак, перед разобран. Теперь мне надо вытянуть правый лонжерон. Тяну, измеряю, опять тяну, опять измеряю. Итак, лонжерон вытянут, теперь я закончу его. Вырежу и отровняю этот кусок, ну, а кончик я заменю. У меня есть новый. Ну что, поехали. Приваривать кончик лонжерона я буду с установленным усилителем бампера. То есть прикручиваю усилитель, прикручиваю кончик, устанавливаю по размерам, по уровню и тогда только свариваю. Как вы можете видеть, по уровню теперь стоит все ровненько. Теперь изменяю диагонали. Если все good, то свариваю. Если нет, то корректирую и затем свариваю.
Так, лонжерон сварен, на месте стоит. Теперь принимаюсь за верхнюю часть лонжеронов, то есть полки крыльев, крепления крыльев. Измеряю диагонали, которые маленько не сходятся. Но после этого подтягиваю до нужного мне размера. Верхнюю часть подтянул, примеряю телевизор. Все крепления подходят. Можно набрасывать всю остальную морду. Но прежде мне нужно установить, точнее поменять, двери. А чтобы их поменять, мне надо отравнять порог. Он после деформации дверей тоже немного деформировал. Вот здесь есть ямка. Здесь. Вот тут тоже есть. Ну, короче, много разных ямок, неровностей. Ну и, конечно же, сам порог вмят. Потом пластмасса не встанет красиво. Вот, можете видеть на просвет. Ну что, ремонтируем. Вот и порог тоже сделан. Сейчас практически просвета нету, полмиллиметра на шпаклевку. Пока я занимался порогом, заодно я покрасил лонжерон. Итак, двери установил, проблем с ними не было. Теперь скручиваю морду. Ну что, всю морду скрутил, все зазоры норм, и на этом моя работа заканчивается.
спускаю со стенда и отдаю ее хозяину. Эта работа заняла 6 дней. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!